Всем привет! Смотрите, как восстановить данные с RAID массива NAS устройства от фирмы Zixel, модель NAS542. Как создать RAID, как создать сетевую папку, как настроить к ней сетевой доступ и разрешение, как активировать сетевую корзину и как вернуть случайно удаленные файлы. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Zixel – тайваньская компания, в основном известная своим сетевым оборудованием для домашних пользователей и пользователей малого бизнеса, также производит ряд устройств NAS. Устройства NAS от Zixel довольно надежные и представляют хорошее решение для хранения данных. Но будь то NAS от Zixel или любого другого производителя, даже самые надежные сетевых устройств NAS имеют срок годности. Это означает, что после нескольких лет использования все устройства хранения имеют тенденцию выходить из строя. Обычно средний срок службы большинства NAS устройств составляет от 3 до 5 лет. Однако есть некоторые факторы, которые часто вызывают преждевременный отказ устройства и потерю данных. Сетевое хранилище может выйти из строя из-за сбоя питания или колебаний напряжения, перегрева, случайного форматирования, переустановки, повреждения файловой системы, обычно это повреждение файла журнала, либо суперблока, а также механических неисправностей накопителей, RAID-контроллера и так далее. В большинстве случаев устройство NAS теряет данные после обновления прошивки, и чтобы получить обратно свои файлы, вам понадобится специализированная программа для восстановления данных. Далее в видео я покажу, как правильно выбрать утилиту для восстановления данных с NAS. Для начала давайте разберем, как создать RAID массив на данном устройстве NAS. Для создания RAID массива откройте диспетчер памяти, разверните строку «Внутренняя память», «Том». В этом окне кликните «Создать». Отметьте диски, из которых нужно собрать новый массив. Выберите тип будущего RAID. И кликните по кнопке «Следующее». После вы увидите уведомление о том, что все данные на выбранном диске будут удалены. Нажмите «Да» для подтверждения. Проверяем параметры. Если все указано верно, жмем «Применить». И ждем окончания процесса. Это займет некоторое время. Итак, новый массив создан и готов к использованию. Если нужно изменить параметры уже существующего RAID, сперва его придется удалить, и все данные, хранящиеся на массиве, соответственно также будут удалены. Выделите том, который нужно изменить, и нажмите «Удалить». Далее, для подтверждения удаления, во всплывающем окне введите в этой строке «Delete», после чего кнопка удаления станет активной. Жмем «Удалить» для продолжения. Том удален. Теперь можно создать сетевую папку для организации доступа к хранилищу. Открываем панель управления. Общие ресурсы. Как видим, по умолчанию здесь есть следующий набор общих папок. Если нужно добавить еще, жмем вверху по плюсу. Задаем ей имя. Если нужно, описание. Выбираем расположение, активируем корзину и жмем «Следующее». Далее устанавливаем разрешение права доступа к папке, только чтение или чтение запись. И переходим на следующую страницу. Если нужно, настраиваем параметры публикации и открываем следующую. Проверяем параметры и жмем «Применить». Если ваш NAS работает и сетевой диск доступен, но вы случайно удалили данные с диска, их можно попытаться восстановить из корзины. При восстановлении файлов сетевой корзины она должна быть активирована. Для ее активации откройте панель управления «Общие ресурсы». Выделите нужную и кликните по кнопке «Свойства ресурса».
В открывшемся окне установите отметку напротив опции «Включить сетевую корзину» для общей папки и нажмите «Применить». Теперь, после удаления файлов, они будут попадать в папку корзины. Для того, чтобы вернуть случайно удаленный файл, перейдите в каталог, из которого он был удален, и откройте папку корзины. Найдите его здесь и скопируйте в нужное место. Если сетевая корзина не была активирована, вернуть файл вам поможет только специальная утилита для восстановления данных. Поскольку в моем случае корзина не была активирована, восстановить информацию таким образом не получится. В таких случаях нужно воспользоваться надежным софтом для восстановления данных и окончательно не затереть информацию. При случайном удалении, форматировании накопителя, неправильной настройке и других ситуациях с потерей данных или пропаже доступа к сетевому диску и повреждении RAID массива, восстановить важную информацию вам поможет Hetman RAID Recovery. Большинство устройств NAS работают на настроенной версии операционной системы Linux, и форматирование жестких дисков происходит с использованием файловой системы EXT, а управление системами RAID основаны на двух технологиях – MDADM и LVM. При подключении их напрямую к ПК с операционной системой Windows их не удастся прочесть без сторонних приложений. Hetman RAID Recovery поддерживает обе этих технологии и в большинстве случаев может автоматически собирать такие RAID. Это комплексное решение для восстановления данных с NAS, которое поможет восстановить файлы при различных сценариях. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем и типов RAID. Достаньте диски из NAS и подключите их к ПК с операционной системой Windows. Если операционная система ПК, к которому вы подключаете диски, попросит вас инициализировать их или отформатировать, не делайте этого, так как в результате восстановить их будет непросто. Утилита имеет автоматически расширенный механизм сканирования, предназначенный для обнаружения и восстановления данных NAS в различных сценариях потери данных. Программа просканирует диски, вычитает из них служебную информацию и соберет из них разрушенный RAID. Внизу отображается детальная информация о массиве, где можно посмотреть, правильно ли удалось программе ее определить. Для начала процесса сканирования кликните по накопителю правой кнопкой мыши и нажмите «Открыть». Затем выберите тип анализа и нажмите «Далее» для его запуска. Как видите, программе без труда удалось собрать разрушенный RAID и найти все файлы, которые хранились на сетевом диске. Если вы ищете файлы, которые были случайно удалены, они отмечены здесь красным крестиком. Отметьте все, что нужно вернуть и нажмите «Восстановить». Укажите каталог для сохранения. По завершении эти файлы будут лежать в указанной папке. При случайном удалении файлов с ICSI диска не нужно доставать диски с NAS устройства и подключать их к ПК. Достаточно запустить программу и просканировать накопитель. Hetman RAID Recovery данный сетевой диск видит как физический, а это значит, что вы сможете его просканировать и восстановить с него случайно удаленные данные. Кликните по накопителю правой кнопкой мыши «Открыть», выберите тип анализа и дождитесь его окончания. Как видите, программа нашла все файлы, которые были удалены. Теперь их осталось только восстановить. С работоспособных дисков Hetman RAID Recovery в автоматическом режиме собирает разрушенные RAID массивы. Но при повреждении накопителя или затирании служебной информации программа может не собрать RAID в автоматическом режиме. Если программа не собрала массив и вам известны его параметры, вы сможете сделать это вручную с помощью RAID конструктора. Для этого откройте RAID конструктор. Здесь выберите пункт «Создание вручную». В следующем окне заполните поле с данными RAID, его тип, порядок блоков, размер,
добавьте диски, из которых он состоял. И с помощью стрелок укажите их порядок. Недостающие заполните пустыми, нажав по плюсу. Также здесь можно указать смещение, по которому лежит начало диска. В некоторых случаях программе не удается определить его автоматически, и его нужно будет вводить вручную. При верно указанных параметрах, как правило, внизу RAID будет иметь хоть один раздел. Разверните его, чтобы проверить наличие нужных папок. Если нужные папки отображаются, RAID было построено правильно. Заполнив все известные параметры, нажмите «Добавить», после чего в менеджере дисков появится RAID, собранный вручную. Для восстановления осталось его проанализировать, найти файлы, которые нужно вернуть. Выделить их и восстановить, указав папку для сохранения информации. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.